Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Binary Isaac Afterbirth. Ну давайте, кем мы еще чего не прошли? Вот Кайна, мы не прошли Blue Womb на харде, да вообще ни на чем, так что вперед! Ой, как темно. Это плохо. Это ужасно. Проклятие темноты. Ненавижу эти проклятия. И темноту. И проклятие темноты особенно. Сейчас нам дадут самый классный артефакт, только вначале надо подземных мухопопок этих. Ай! Больно, больно. Поуничтожать. Ну, наконец-то. И это муха. Конечно, не муха. Нет, надо что-то другое, потому что это действительно, ну, такое себе. А может ведь реролливаться что-то классное? Вполне, только надо бомбу, монеток, монеток и еще бомбу и реролить несколько раз подряд. Эй, ты там. Какие там? Что? О чем вы говорите? Какая бомба? Секунда, поправлю. Клавиатурка как-то так, не так лежит, как надо. Это поэтому все не так, да, вот, вроде стало лучше. А нет, 3 миллиарда мух. Да просто не надо их столько. Это что такое со всех сторон? Эй! Эй, она еще и стреляет. Мы так не договаривались. Осталось-то всего одно сердечко. Ну так, между прочим. Боже мой, что ж творится-то? А между прочим, вот эти цветные... Опаньки, половинка сердечка. Ну, это любой сейчас дамаг будет последним. Может быть последним. Ей-ей-ей. Слушайте, как-то чересчур долго. Ай. Тут еще остался, да, вот эти... И его друг. И теперь вы. Ну, теперь-то вы получите по полной, гадкие мушки. Машкара. Ну, это типа как шоколада, только у мух. Машкара. Машкота. Ну, или так. Денежки дали, отлично. Есть денежки, можно пойти, да попытаться там реролнуть. Ну, может, еще один раз что-нибудь реролнится. Может, и два. Сейчас там выдадут что-то необыкновенное. Бык. Эй. А там все обсмотрено. А тут? Ой, какая-то штукенция. Может, сердечко выпадет, а то как-то вообще половинка. Аж даже не знаю. Итак. Это нет. Кубик. Кубик. Приехали. Кубик это хуже всего. Почему? Потому что ходишь и думаешь, как его пополнить. Время только теряется. Ну ладно. Кайн на сегодня будет как Айзик. Как Айзик. Стивен. И как плохо-то. У нас всего половинка сердечка. Не у нас. А у Кайна. Ой, еще и этот оторвался. Сейчас начнется. Ну, как начнется? Уже началось. Ой. Он еще и взрывается. А у нас этому не готовили? Ай-яй-яй-яй-яй. Рерол. Шпилька. Evil Range Shots и питап быстрее. Ну ладно, хоть дали черное сердечко. Ну, как-то вообще все печально. Ну ладно, три ключика. Curse of the Maze. Проклятие Maze. Ну, Maze это типа перестановка комнат. Иногда они меняются местами. Конечно, это плохо. Ну да и ладно. Как же это по-нашему будет Maze? Ну не лабиринт, точно. Ой, серое сердечко. О! Тут еще кто-то остался, я думал уже все, а нет. Еще серое сердечко. Что-то это зачистили, ну я не против. А ты что у нас? Чуток Ширихаря. Ширихаря, ну это плохо, конечно, но да ладно.
Да нет. Ну, как то... Да, пришлось вот так взять. Что-то не то вообще. Как с этим всем бить блувомба? Не вижу вообще ни разу. Ну как-то же это делают люди? Какие-то монстры. Ох уж эти монстры. Ведь можно было реролить, чё ты тупишь? Кто это сейчас сказал? Почему этот кто-то молчал раньше? Вот такое. Так, сейчас они быстренько пробегают. Пробегают быстренько. Убегаем. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и плохо. Сколько их? Даже не знаю, что тут хуже. Эй, а бомбы что нет у нас? Там как раз так удобно камень с крестиком рядом эти морды. Их бы бомбы и взрывать. И бомбы, как оказалось, нету. Тихо, 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 тихо. Попроще. Будь проще, к тебе монстры подтянутся. Ай-яй-яй. Захотел взять монетку, получив дыню. Не-не-не, такое не надо. О, да, это которая в фарш превращается. А ну, наконец-то сердечки. Фух, ну теперь можно Blue Womb выносить. Вот просто вот так вот. Конечно, нет. Я даже не знаю, кто-то так сможет вот с таким вот, что сейчас есть обвесом. Обвесом, сказал. Ну хорошо, с такими характеристиками что-то там с Blue Womb сделать. Это какой-то, не знаю, имба-мега-демон. В общем, супер-пупер, и ему должны все игроки поклоняться. Хотя нет. Прошло 50 лет, а ну как-то мы все еще в этой комнате. А потому что нет дамага, вот и вся проблема. Вот интересно, Blue Womb можно тут действительно вот как-то с этим? И что, ничего не дали? Даже в центре комнаты, там, куда, кстати, можно пройти, это редкость. Ничего не появилось. Слушай, совсем обидно. И, конечно, к боссу мы идем через большую комнату. Но мы бы и так не убежали никак, потому что нету бомбы, чтобы тупо пробежать, если бы там была, ну, дверь дальше. Со всех, просто со всех сторон. Невероятное приключение Каина в подвале. Нет, нет, нет. В стране подвалии. Подвалия? По три ли я? По четыре ли я? В общем, ли я? Окей, пошли смотреть, что же тут будет. Это... Да, мой самый ненавидимый... Один из самых ужаснейших боссов. Но пока не появился Человек-бинт и все остальное. Ай... Они еще и стреляют. А ну не стрелять. А ну не попадать. А ну пошли вон оба два. Фух. Еще теперь этого добить бы, как бы, чтобы... Да, больно ведь. Ненавижу. Вот этого босса. Это просто ужасный босс. Ты ж гадкое создание из... из чего он там? Из эфира? Из зефира. Ай. Точно это. Stay puff, морячок. Из охотников за пределениями, только его голова. Раздетая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и... Вот тебе фиговина. Тирсап. Типа больше слезок. Ну, это хорошее, сравнительно, конечно. Нож за два сердечка. Как насчет его? Вот вы гады. Что ж вы молчали? Ну блин. Вот такое. Нож это серьезно. С ножом тут можно попытаться и пройти. На все, так сказать. Так сказать. Нет, 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 нет. Строго идти вперед. Ой! Они еще и рассыпались выстрелами. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Больно, больно, некомфортно и вообще плохо. Тирсдаун, да вы что? Как
какой тирсдаун? О чем вы говорите? И так плохо. Больно и некомфортно. И вот еще жадность. Вот еще какая-то пакость. И они все дают красные сердечки. Красные сердечки. О май гад. Ладно. Че, здоровье-то, может, найдем еще? Еще дабл бомба. Ай. Ой. Уходи. Кто остался? Маленький паучишка. Получи. Получишка. Ну, предположим, сюда. Оказалось, тут совсем не то, чего хотелось. Ну и ладно. Может, и в магазине что-нибудь есть? Часики. А может, у вас деньги есть? Ну, нет. А должны быть? Еще 4 монетки. Часики надо. Вот это, что ни говори, а нужно. Тогда даже может получиться всяких блувомбов забить. Ну так. Среднепакостно как-то. Но забить. 4 монетки. Окей, побежали искать. Бежим. Стоп. Ну да, хорошо, глянем, что там с самого начала было на перекресточке. Наверх. Окей. Он застрял. Ай. Еще 3. 3 монетки. Окей. А монетку дадите? А дайте монетку. Ну ладно, мы сейчас выбьем это бомбой из автомата, который там... Ну, да, это немножко... Все равно долго. Долго, надо быстрее. Быстрее. Faster, harder, scooter. Ну да, ну да. Harder, faster, scooter. 3 монеты. Появились. И они появились. И мы их возьмем. И вот часики. Теперь типа легче? Ну, как сказать? Это мы узнаем дальше. А чё так мало денежек? Я вроде больше все время откладывал. Когда их потратить успел? Вот это я не помню. Не то. Тоторо. Мой сосед. Тоторо. Если бы мой сосед был Тоторо... А так какие-то дикие люди с гор вообще. Страшно смотреть. Что пишут? Неведомая ерунда, а так... Ну, хорошо, отравляющий выстрел, хоть что-то. Ну, да, не очень, но... Реролить не будем. Поскольку, ну, некогда. А тут уже сразу босс. Может, батарейку? Нет, жалко. Ну и... Сейчас добьем. На. Ну чё не на-то? Так все хорошо было. Ой. Чё он себе позволяет? Ты чё себе позволяешь? Пиджис. Ну что, серых сердечек накидали. Ну и ладно. Больше слез, идем дальше. Мы немножко не укладываемся по времени. По времени мы не укладываемся. На 2 минуты это слишком много. Too much. Ой, что это было? Too much. Нет. Не знаю, по карте не видно, что творится вообще. Что у вас там вообще творится? Брауни-то творится. Но без Дона Брауна, так что такое. Эй. Уход дальше есть, значит идем дальше. Какие еще варианты? Серое сердечко. Прелестно. Так, еще раз глянем. Это такой сид. Вдруг кому-то интересно будет. Не уверен. Ну, мало ли. Вот. Ну, зато теперь, да. Ну, вот так. Пилюля с эффектом addicted. Addicted. Как бы addicted. Ключик. Окей. Вот он артефактушка. Найдено. Ай. Чё такие быстрые-то?
Блин, вот из-за этого и замедление. Что вот такое творится в нашем мире? $3 нет. Скорпион. Опять отравленный выстрел. Ну что я сделаю? Один рерол это и так много для нашей ситуации. Как-то так. Еще бы найти магазин, но если нет... Ну нет и нет. И ладно. Оу, красное сердечко, да вы что? Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Можно просто пробежать куда-то дальше. Ай, по диагональке не стой. Не стой его, не стой. О, боже ж ты мой, что за гадкая комната? Ну как с этим всем успеть куда-то? Ну вот. Да. Нет. Ничего нет. Сюда. Привет, ребята. Пока, ребята. Как классно, нож вообще не попал. Ну, бывает и так. Батарейка. Поздно, ну ладно. Лучше поздно, чем никогда. Да ладно. Че они сами на нож-то не кидаются? Так, босс. Я вижу босс. Это босс. И босс это Гурдия. Вначале мы с этим разберемся. Теперь с этим. Теперь с этим. Теперь вот с этим. Теперь вот так вот. Ну и все. 15 минут. Немножко не успеваем. Отлично. Увеличение здоровья и дамага. И это вот все не надо. Это все не надо. Может рерольнуть? Уже поздно. 4 минуты. А уровень только предмамашевый. Ну, в общем, это не он. Это не тот уровень, который мы ищем. А бомбу дадут? А скиньте бомбу. А бомбу не дали. А тут камень с крестиком, это... Ну, ладно. Ну, или так. Так, не понял, откуда берутся паучата? Это гадкая их тушка выкидывала из себя? А, это, наверное, просто такое чучело в виде тушки. И наполненное паучатами. И поэтому оно двигается все. До свидания. Батарейка хорошо, но нет. Началось вот эти ху-ха-ха-ха-ха. Ох, ты коснулась. Как коснулось, оно коснулось. Это больно. Ну ладно. Ай! Ну, как-то так, но все равно это... Здрасте. Привет. А чё не попал? А чё попал? Ты чё попал-то? Ты чё такой дерзкий? Пилюля, помоги. Такое пилюля. Ну, спасибо на этом. Пилюля. Такая пилюля. Ну, или так. Бантик. Надо взять и желательно не потерять здоровье, потому что бантик это хорошо. Теперь сердечки исцеляют в 2 раза сильнее. Ну что я сделаю? Эй, 2 раза! Я спокоен. Я спокоен. 17 минут. Давай быстрее, нам еще как мама... Ну, в принципе, что, бусраж как-то не сильно нужен. Вот и бомбы. Я что-то не понял, это Excel уровень? Что такое? Это уровень где? Табом. Нет, обычный. Жалко, что обычный. Лучше был бы Excel. Знаете, ну, блин. 18. Окей, 6 монеток. 6 монеток. Ну, глянем, что дают. Дают жадность. Жадность дала в дыню. И вот тебе скидка на магазины. Ну, это хорошо. Это несколько может помочь. Несколько. Ах ты! А можно было ведь ее рерольнуть? Слышь ты, что все время поздно так говоришь-то? Хотя скидка в магазинах, что ее рерольнуть-то?
Начались гадкие вещи. И вы тоже такие же. Вот вы, вот вы черные, которые... Ай! Вот вам такое вот сейчас. Вот такое. А? И все равно коснулся. Ненависть. 18.54. Где, почему тут не босс? Почему тут не босс? Бр-гр и прочее. Вот он тут. Он тут. Кто-то обходил через черти откуда. А босс вот тут, он тут, да. Ну и... Наш любимый ненавидимый босс очередной. Ну как сам-то подлез-то? Сам-то же глупый-то. Что такое глупый-то? И хорошо быть глупым, надо быть умным. Говно какое-то, извините. Чего сказал? Показалось. Я сбагоен. Вам показалось? Я такого не говорю. Это была фекалия, да. Должны успеть. Должны получить все, что нужно получить. Монетка. Ну ладно. Ну и да ладно. Ну тут может что-то. Давай. Серое сердечко. Ну или так. Ну. Хоть сюда иду, куда надо или нет? Или кто ж его знает-то? Ну, на босс раш уже не успели. Уже мы как бы забираем время. Вот, нет, сюда мы не пойдем. Чувствую, мы там больше потеряем, чем получим. Ай, ай. И вот ты тоже. Ой. За это дали всего две бомбы? За камень? Чудный камень с крестиком две бомбы дали? Что-то не то. Ух ты. А так достает отлично. А так? И так можно. О, так нельзя. Так это оказывается шприц. Нет. Глаз. Нет. Никаких глазов. Мне этот глаз не нравится, он не нужен. Давайте, там была, помнится, батарейка где-то, как далеко она была. Вот ты, да. Еще один реролл, но вдруг действительно выпадет что-то классное. Пока как-то печально. Кроме часиков, конечно. Реролл. Самонаводящаяся книга самонаведения. Ладно, берем. Особо-то больше ждать нечего. Никаких чудо-артефактов. Скорее всего, не будет. Ай, ну где же босс? Ну где же босс? Босс, ты где? Ну или так. Нет. О, боже. Ну вот не успеваем. Обидно. Извините, без магазина. Ну что я сделаю? Окей. Да. Опять коснулся. Ну что ж это такое? Каин, тебе бантик мешает. 100%. Зато у него второй глаз появился. Я только сейчас заметил-то. Ну что не тыкается в глаз-то? Вот и все. Съели, получили, свободны. Чего угодно, берем белый и идем дальше. 22-23, то есть, ну, тут еще надо успеть. Давайте XL уровень, пожалуйста. Нет, проклятие еще и Мейза. Ну, блин, да, что ж такое? Какой тут... Ладно. Чего они такие быстрые? Ну, ладно. Быстрее. Чаб, до свидания. Да застрял я, застрял. Печаль, больно и все такое. Ну на, вот. Бомбы. Сюда?
А тебе сюда. Ключ может пригодиться, берем. Правильно перекинула, и еще бы подальше перекинула. Было лучше. Хуже. Хуже не бывает. Включаем режим самонаведения. Ну, типа. Ну ладно. Думаю, идем правильно. Было бы хорошо, чтобы это было правильно. Пилюля с эффектом визард. Ну, как бы это до лампочки. Так, аккуратнее, аккуратней. Все, к боссу. Мистер Фред. Мистер Фред. Вот. Эй! Ну, как это называть? Плетка девятихвостка. Хорошо, но нет. К нечистому не пойдем, там наверняка этот самый Карамбус, и от него не отбиться, будет какая-нибудь пакость. Окей. Опять что ли Curse of the Maze был? Берканок, хорошо. Можем просто уйти, правда? Ну тупик, если тупик, зачем времени-то осталось не так и много? Тут бы тоже как-то вывернуть и свалить, но нет. Но нет! Не таков. Ух ты, вот как мимо-то. Ужасно, ну ладно. А что такое? Кто-то остался, кто-то остался. Эй! Вы там. Ну, батарейка. Ну, как бы, спасибо. Потом, может быть. Да ладно, ну, нож же был перед ним выставлен. Ну, теперь-то заживем. Теперь-то все наладится. Наладится. Ну, 16 монет, конечно. А как это произошло? Хорошо. Есть идея. Хорошо. Есть другая идея. Не это. Это было глупо. Вот это. Ух ты. Тогда тут идея. Половинка сердечки исцеляет на целое. Вот такая была идея. Ну или так. Чё-то я так смотрю, а... Ох, ёлки. Ох, палки. Это ужасно. Хуже не видал. Ну ладно. Видал. Так, с камень с крестиком, конечно, нету. Откуда? Тупик. Зачем тут тупик? О боже, куда перекинула? Ну, мы, в общем-то, туда и шли, но, блин. Может, тут секретная комната, потому сюда я перекинула? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет. Нет. С другой стороны, подождите. Подождите, подождите. А тут? Что-то как-то нет все равно. А это куда перекинул? Не-не-не-не-не. Стоп. Да блин. Тут в стелсе, тут не в стелсе, тут еще где-то. Где красное сердечко теперь брать? Привет. Далековато красное сердечко. А серых вообще нету. Как так-то? 27-23. Ну тут. Тут не то чтобы вопрос успеть. Тут вопрос такой уже стоит по-другому. Получится ли вообще? О, как. Ну или так. Итого.
Да еще и мини-босс. Ужасно. Хорошо. О, ну надо же, отравление действует. И это что оказалось? Power Pill. Зачем тогда я это подобрал, не знаю. О боже, и это все перед боссом. Ну хотя бы мы видим, где босс. Если мы за минуту с боссом справимся, и там будут очень классные какие-то артефакты, то может быть. И выживем на боссе, тогда может быть что-нибудь получится на это. Так, начинаем. Начинаем. Начали. It Lives. Ну, конечно, It Lives, конечно. Что еще может быть-то? Кроме как It Lives. Вот уже и... Еще нет. Сейчас все будет хорошо. Ну, вот как-то так. Типа успели. Но! Теперь смотрим, что же нам тут светит. В этом Блувомбе. Какие артефакты, которые затащат и помогут пройти? Вопрос? Кто ты? Карта Хай Приезд. Вот, спасибочки. Отстойный. Две монетки. Охо. Ну, еще ключей бомб, типа монеток. Магазин нас порадует чем? Генератор двойного нажатия. Кстати, не зарядилась. Вот тебе на. И не зарядилась она. Конечно, вот это. Барри. Больше сердечек. Нет ли тут камня с крестиком? Вот что не видно, то не видно. И, по-моему, нету. 25 монеток и... Или фарт. То и другое какое-то отстойное. А тут что мы будем делать? Ну... Вот. Хорошо, мы все берем, просто все берем. Не знаю, серых сердечек не видать. Падать они будут очень вряд ли. Что-то из этого похоже на серые сердечки. Хорошо, возьмем фарт. Фарт, там написано, я не ошибся. Ключик, бомбу, ну не знаю. Конечно, серое сердечко. Ну, типа того. Хай приезд, ну и надо, чтобы был вот это было. Но не хватает, и батарейка не продавалась. В общем, обидно. Тирсдаун, конечно, это себе оставьте. Тут единственное, что могло помочь, это вот самонаводящийся выстрел. Ну, как могло помочь? Может, оно не могло помочь? Ну, было бы хорошо. Еще раз, ко мне с крестиком нету, тут тоже что-то не видать. Ну ладно, идем так. Обидно. Сейчас он разок задамажит, а он задамажит. Да вот наводящимся выстрелом, как попадет. Попадет и попадет. А ну не попадай. Ну, ладно. Ну, сейчас-то начнется. Опаньки. Ну, началось, конечно. Значит, что? Они двигаются медленно. Что, еще раз попало? И как я тут должен в этом всем маневрировать? Ой, да ладно. Оно-то, конечно, медленно, но на всю комнату сейчас было. Это зачем так? Так не надо. Три сердечка. Эй. Ку-ку. А мы тут. Ну, впрочем, ладно. Ой, а вот это нечестно. А как мы должны уворачиваться от этого всего? Это же... Ой-ой-ой. Тут вот как увернуться? Вот
подловили. И был бы самонаводящийся выстрел. Если бы была под одна батарейка. А кто-то просто поспешил. Я что-то как-то забыл. Да и понадеялся там все. В принципе, есть же магазин чудесный, в котором все могло продаваться. А оно не продавалось. Вот сейчас обидно было, да? Ну и что дальше? Я знаю, что дальше. Есть очень опасная штука, которую она может сделать, и она ее сделает. Лучше ее до этого задамажить. Так, это немножко не то, чего могло быть опасным, но тоже довольно неприятная штука. Чего она сама их не дамажит своими вот этими каплями? Ну и чё, а вот сейчас-то плохо. А как тут... А никак? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Просто ужасно. Как попало-то? Опять какая-то штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отсюда летит, отсюда летит, отовсюду летит. И оно же сюда еще и движется. Ну, не наглость ли? О, вот это спасибо. Все, все, я понял. Никаких блувомбов в этом забеге, да? Ой-ой-ой. Да ладно. Фу, капец какой-то. D12 и Пики Бэйби какой-то. О. Ну ладно, ладно. Как-то так. Как-то вот как-то так. Как-то так. Что дают-то теперь? Ничего не дают? Вот, ну ничего. От слова совсем. Серых сердечек не будет. Да я без понятия. Айзика мы так просто не завалим. Ну ладно, все равно идем туда. Куда выбрали? Может выпадет красных сердечек, в конце концов там фарт. Что-то нафартит, может быть. Или не знаю. Окей. Да. Такое. Такое. Но. То, что надо, пройдено. Нет, это я даже смотреть не хочу. А вот видно, что... Лучше так посмотрим, конечно. Вот и видно, что видно. Что у Каина. Теперь у Каина тоже пройдено все. Все боссы пройдены. Отлично. Стоится ерунда. Ну, вот всякие. Эти. Вот это ж самый ужас. Вот эти вот... Лилька, вот, ну, Лилька еще можно как-то понять. Простите, пройтить. Кипер, Лост. Евка, это вообще
И вот этот товарищ не поддается никакой критике. Хотя, кто знает, может что-то и получится. Обязательно смотрите, что будет дальше. А с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Адиос.